Итак, здравствуйте, дорогие мои друзья, все мои подписчики. Это обзор 2, часть 2 на кукол Rainbow High Coco Wonderbuild. Вот. Как я уже говорила на первом обзоре, сегодня суббота, 15 апреля 2020, завтра Пасха, вот, ко мне приехала новинка. Ну, посмотрите обзор номер 1, потому что я там рассказывала, когда, что она внезапная новинка, потому что на втором обзоре зачем это повторять уже все. Вот, потому что я снимаю как бы уже ее во втором аутфите, да, вот ее тут расчесочка стоит, вот, значит, показываю вот ее первый аутфит, потому что на первом обзоре второй показывала, теперь буду первый, вот мы сняли, да, оказывается, они легко снимаются, они вот здесь вот такие мягкие резиновые, бывает прям тугая резина, что ее, а здесь просто вот эту сначала пятку, а потом вот эту вот ты снимаешь, и хорошо, что здесь толстая, потому что если бы была тоненькая, вот так вот отдельно, как это у Мины Флэр тоже сзади, у нее там два ремешка и тонкая, или один тонкий, он точно порвется. А здесь, когда плотный, мне кажется, он хорошо. То есть, вот здесь вот. Потому что здесь есть, да, разрез, вот он, то есть, два типа ремешка. Но я снимаю же вот здесь, вот посередине, вот так пятку сначала продеваю, и он вон гнется хорошо, то есть, нормально. Думаю, не порвется. Вот. Значит, вот они каблучки, да, вот здесь каблук, правда, отдельно приклеенный, видно, что вот тут вот он приклеенный, так же, как вот на тех туфлях, я как-то, когда хотела купить, я не знаю, конечно, говорила или нет, на обзоре, наверное, кармы, потому что я карму сначала купила, сначала хотела, потом Стеллу, я помню, даже поехала, когда Кена покупала блондина, по-моему, из Лукс, и хотела купить еще вместе с ним Стеллу, но не купила, потому что у нее единственное, у нее вот здесь вот была подводка, потому что я карму схватила, не посмотрев, я посмотрела только глаза ее вставленные, а вот здесь на реснице не обратила внимания на подводку снизу, у нее там на одной была жирная, ужасно жирная, что меня прям взбесила аж до такой степени, что я ей вот здесь вот подтирала эту подводку, прям макала в зубочистку, в этот... в жидкость для снятия лака, потому что она же тонкая, я макала, держала ее там чуть-чуть подольше, зубочистку, и вот здесь потирала ей подводку снизу, ресницу до туши этот, и немножко потом подкрашивала ресницу вот здесь буквально, вот где мелкие, по две штучки. И вот здесь тоже подкрашивала я акриловыми красками, то есть, ну, это было сложно. Тут ресницы такие, особенно вот эти вот, где вот здесь вот в уголках, самые первые, они очень мелкие. И надо сделать, чтобы было одинаково. Это вообще так намучилось, но я сделала, по крайней мере, более-менее, чем было. Хотя у меня у Руби тоже вот здесь подводка. Ну, я и вообще не обращаю внимания, там даже как-то и не очень. А вот именно у Кармы меня почему-то вот взбесило. И потом, когда я, да, поехала покупать Стеллу, у нее тоже у единственной была нормальная подводка, но был сломан каблук вот этот сзади, вот здесь вот, вот тут в коробке прям это видно было, особенно когда я вот так поворачивала ее боком, прям, потому что у нее ноги вот так были у Стеллы, и там сзади вот этот, который каблук, он вот так вот тут именно спрятан, как будто нога, был сломан каблук, я не стала брать, потому что она даже не по акции. Если по акции была, да, то что в интернете написано, одна была цена, это интернет-цена. Если ее закажешь, типа, забрать по этой цене на сайте, то я не стала, потому что я думала, ладно, поеду куплю. А потом, когда на кассу принесла, они мне сказали, нет, вот она там 4 стоит, а не 3500. И я думала, ну, нет, за 4 я не буду покупать, тем более у меня денег не было, и вот за 3500 бы я купила. И сказала, нет, оставила на кассе, забрала только Кена, тогда и пошла. Вот. А потом мне повезло, да, одна стояла, я ее увидела, когда я вообще хотела купить Лукс, вот эту вот блондинку белую. Но я все-таки потом ее купила, эту блондинку, да, просто тогда я понесла уже на кассу, а потом смотрю, на полке стоит и Стелла снизу, одна и ровная, и каблуки целые. Я, естественно, выбрала купить Стеллу, вот. Потому что мне как раз ее не хватало. У меня потому что все есть из второй части, даже Kia Heart. Я так поняла, что Kia Heart дополнение это вторая серия. Вторая серия у меня почему-то вся есть. Я, ну, не знаю, как-то вот получилось. Я ее не планировала собирать по всей серии. Я только покупаю, как я хочу, какие мне понравились куклы. Вот. А по серийной я не собираю конкретно всех-всех-всех. Потому что некоторые, ну, не нравятся, тем более всех-всех собрать. Это миллионерам надо быть. Они же, ну, самая цена, вон, у меня самая дешевая, это вышла Kia Heart за 2600. И как это так получилось, и... Такая хорошая, и вот так вот он получилось, вот, да, повезло просто, потому что остальные все свыше 5, там, 3, 4, вот, да, ну, вот, самая такая дешевая Kia получилась, да, значит, вот, каблучки, вот он этот, да, типа, топик кроссовок, как я смотрела на обзоре, там, одна сказала, ну, здесь я не вижу, здесь кроссовка, красивый топичек, да, вот,
такой вот. Его даже можно и один одевать просто с юбкой, комбинировать другие одежды, да. У меня столько уже одежды, что некоторые уже вон, ну, просто переодеваются, да, и фотаются. Но я никому не собираюсь эту одежду одевать и оставлять на них, потому что мне нравится так, как они есть. Потому что это их одежда, и они у меня не хотят отдавать свою одежду никому. Вот, значит, топик, юбочка вот это вот, да. Прикольненько, вот она кофточка, да, можно и вот так вот одевать, можно и весь наряд, можно просто вот так. Вот, значит, вот они, кофточки, да, кофточка мягенькая, вот такая вот, с длинными рукавчиками. Вот как она выглядит в своем втором аутфите. Если честно, ну, нормально, да, сгибается кофточка, то есть вот эта вот курточка, то есть грубенькая, рукава сгибается, нормальная. Вот, то есть хорошенькая такая курточка. Вот как она не сидит, но сейчас она закрывает платье. То есть, если только вот так ее, да, двигать как-то, как я вот говорила, у Лирик Лукас тоже красивая там юбка и топик ее во втором аутфите, но ее вот эта вот накидочка, типа халатика во втором аутфите, тоже закрывает ее. Красивый наряд, вот так вот. То есть, так заправлять, да, немножко, чтобы видно было хотя бы платье ее. Вот. Белое. То есть, вот как она сидит, да, красивенько, то есть, все хорошо. Ну, наряд оделся, то есть некоторые просто не могут одеть платье там или еще что-то. Я все одеваю. Я прям натягиваю, давливаю, подтягиваю, но надеваю. Вот, значит, вот они носочки, как всегда, конечно же, они коротенькие, я помню. У Ривера тоже, вот, когда не оденешь, носки вроде как длинноватые, кажется, одеваешь, они едва только вот так вот торчат из-под его ботинок, у него такие ботинки, там вот едва видно. Это носочки так же, как у Кармы и как у Стеллы, тоже коротенькие. Вот, но у них мелкая более сеточка, и вот здесь вот, ну, такая вот резинка сверху, здесь вот, ну, просто я имею в виду, что они размера такого же. Вот белые носочки, да, и белые туфельки, вот как на ней сидят, то есть вот так вот ее вдалеке, то есть вот красивенькая, то есть куколка. И вообще меня вот это вот удивляет, вообще смотрите, то есть снимаешь, да, вот руки, когда, потому что, ну, здесь не продеть, обязательно надо у кого-то руки снимать, вот, значит, вот она палочка, да, нормально, пока отложим. У меня уже не у первый раз такое. Но я как бы не обращаю внимания на это, потому что это фигня. Смотрите, вот вторая рука. Смотрите, как у нее длинная палка. Может быть, конечно, некоторые вот так обрезают эту палку, но я не хочу, потому что она внутри и, наверное, неспроста такая. Может, просто там, если ее обрезать, она начнет болтаться внутри вот так как-то. Вот. Это же не видно, руки-то вставлены. Я же не собираюсь куклу фототь без рук или держать ее без кистей рук. Все нормально, в куклу вставляю руку и все. И просто, ну, вот это вот. Одна палка большая, а другая маленькая. У меня так, не у Коко, не у первой, еще у других так же было. Но у них там поменьше. Здесь вообще прям длиннющая палка. Хочу показать просто, как она выглядит без вот этой курточки, в платье тоже в своем. То есть она красиво выглядит, наденем руки, потому что она так не будет смотреться без кистей рук. Вот видите, все вошло, палка вошла, главное, что она держится, вон рука и нормально сгибается. А то, что там внутри палки большие, нет, вообще не волнует. Вот, как она, то есть, выглядит, значит, ну, тоже в втором аутфите, да, вот, но без курточки, то есть, без курточки тоже она хорошо, это так, если прохладно одеть ее там, типа, без платья тоже можно фоткать, то есть, ну, красивый второй и первый аутфит, то есть, вот, надеюсь, что эта полоса не пойдет дальше, то есть, она как, здесь у нее плечо-то нормально, то есть, видите, запаяно, не знаю, конечно, как видно вам, а вот здесь вот прям. Но я даже вот ноготь вставляю, но он туда не пролазит. То есть, ну, нормально вроде. То есть, я надеюсь, просто поменьше ее тискать и все. Брать там всяко разно. А так вроде нормально. То есть, голова все сгибается, все. То есть, вот так вот, если ее там прям, она сильно так вот еще что-то хрумкает. Поэтому, надеюсь, она у меня не отвалится. Ну, если даже это, то он, этой же я заклеила все-таки Эль-Иди. Это так. Запасной вариант клей. Ну, да, там, если клеить, она будет вся эта. Просто этот клей потом белый становится все это. Тем более, она такой коричневой кожи. Я не хочу куклу портить и мазать ее клеем. Очки, кстати, снимать не буду. Они красиво так смотрятся тут у нее на голове.
Просто надо что-то делать с этими стайлингами. Это вообще прям, ну, конкретно вот это, как у меня у Сани было, это вообще, у этой тоже, у Виолет вообще прям. Ну, благо у них там это, волосы прямые, и у Сани тоже вот здесь. Я вот эти просто не трогала пучки, и вот эти вот, потому что именно вот эти вот завитушки спереди у Сани, мне именно они нравятся. Я их залачила своим лаком так, чтобы они не распустились. Некоторые обрезают. О боже, я прям аж, меня аж прям в дрожь берет, как можно обрезать такие классные кудряшки, испортить куклу. Ну давайте сейчас вообще все выдернем, и все волосы, пускай они стоят всегда лысые. Я вообще боюсь прям трогать ни волосы, ни вот это все это. Я прям вот люблю, когда они вот все, у них на заводе все хорошо сделано. И, ну, вот залачивать это да. Вот это вот лак мне не очень-то нравится. Посмотрим. Потому что я вот когда покупала кукол Fail Fix, которые закрытые маской лицо нужно типа преобразить. И закрытый халатиком таким специальным ее образ. Там три образа попадаются на вид. И вот, поверьте мне, это еще хуже было, чем тут. У нее, по крайней мере, вот здесь не залачено. Там же волосы вот здесь вот типа преобрази, жертвы лайфхаках. Вот, преобрази, у них обувь в волосах, сережки в волосах. И вот это вообще кошмар чесать. Вот. Но я чесала по прядке, по маленькой этой, чтобы еще голову не оторвать. Держала вот здесь так волос. Вот здесь вот так вот по маленькой расщепляла и чесала. Но потом мне все-таки надоело, и я помыла волосы, и легкость кудряшек все равно осталась. Поэтому, может быть, и здесь тоже помою. Но сначала надо немножко подчесать, посмотреть. Потому что помыть всегда можно, а вот восстановить кудри это я не умею делать. Ну, как не умею, я знаю, как делать. Я одной делала на работе Барби этой, которая с это БМР. Вот здесь вот у нее три пучка было с сиреневыми волосами. И мне эти пучки вообще не нравились, как три какушки на голове, не знаю, гнезда три. Вот. И оно еще и сзади вот тут был большой пучок. Поэтому я ее распустила, и у нее вот так вот волосы были. Я сделала кудри. Я палочки ватные разрезала на две части, вот такие коротенькие были. И причем я брала прядь, крутила ее вот так вот жгутиком всю. И причем наматывать еще ее вот так вот вокруг вот этой вот малюсенькой палочки. Это еще причем с двух сторон лепить. Я часа три на работе мучилась, хорошо, мне люди не мешали, покупатели. Тогда я работала на рынке, там вообще практически покупателей не было. Вот. Сидела только целыми днями до кино смотрела, хотя я сейчас смотрю, но все-таки больше, чем на рынке покупателей. Вот. И я рада, потому что, ну да, я сейчас 5 дней работаю, пока меня заменяет, но я рада очень этой работе, потому что хоть я до 10 работаю 5 дней, но а что, сиди да смотри тоже кино, подошел покупатель, продал, подошел, подсказал, там же не толпа, как в супермаркете, и стоя стоять, там стульчики, сидишь, все, зато у меня вон денег больше теперь, чем на рынке было, и я вот покупаю себе кукол, вообще классных, которые я очень рада, поэтому очень рада, что у меня и работа хорошая, и денег побольше, и тем более сейчас зарплату увеличили под процент, да, больше 15 в будни наторговать, больше 20 в выходные, и уже процент идет. И я даже на 2000 получила больше в этом месяце, в марте. Вот, как будто я даже 2 дня, потому что в 1000 в день было раньше, а это, считай, 2 дня лишних. Вот. И, кстати, не знаю, говорила или нет, ноутбук-то я покупала, он был сломанный 2 раза в ремонте. Вот. И в этот раз мне за ноутбук мы его сдали в магазин. Мне вернули деньги за него. Ну, жаль только за ноутбук, потому что за программы эти уже все. Потому что там ключ покупается за 5000. Ну, хоть за ноутбук вернула. И ноутбук я теперь покупать не буду, потому что у меня старый разваливается, который весь напрочь. И то работает. Он работает. Вот. Буду до конца, пока он вообще не крякнет с ним. Вот. А планшет у меня тоже весь разряжается, выключается, отключается, перезагружается. Больше мне всего нужен планшет, поэтому буду покупать планшет. Вот. Ну, вот пока, да, куколка моя новенькая. И будем ждать, конечно же, персика Джорджио Блум, которая должна, может быть, появиться. Ну, если что, может быть, в другой какой закажу. У другого продавца, но мне кажется, у Империи там лучше заказывать, потому что у них все куколки тоже он хорошие приходят. Но шеи это, ну, у всех изъян. Всегда куда. У меня вообще только, наверное, Сани самое идеальное, самое первое, когда они вышли. Потому что всегда самых первых делают качественно. А потом вторых уже, тяп-ляп так и сойдет. Уже все, уже как бы все покупают, уже все привыкли и. Так и пускай будет, да, доделают сами, или там дозаклеят, допрошьют, или еще там что исправят, вот, как бы,
Во-первых, всегда, я думаю, качественно делают кукол. Потому что Саня у меня прям идеальная. У нее глаза хорошие, у нее подводка, у нее. Хоть у них и нет якоря, но все-таки мне нравится и без якоря куклы. Вот как бы нормально. Шарниры есть, все хорошо сгибается, глазки идеальные, шарниры идеальные, одежда тоже. Поэтому как бы меня особо не колышет, что у некоторых нет якоря. Как бы якорь, да, тоже классный, но я не переживаю по этому поводу, что нет якоря. Это вот сейчас хорошо стали делать, но все-таки могли бы и сделать им. И сразу же с первой серии, когда они это начали делать, сразу бы якорь сделать им. Потому что куклы все-таки не дешевые, и должно быть все. Если шарниры есть, то и якорь должен быть в голове. Вот, вот такая вот синенькая сгущенка у меня появилась. Имя главное у нее, мне нравится, Коко. Все время хочу назвать Коко Шанель. Как духи типа. Вот, но она не Коко Шанель, она Коко Вандербильт. Губы, если честно, такие прямо, они как будто ботокс сюда накачали. Вот это нижняя особенно. Прям такие выделяющиеся губы. Вот. Но она мне вся нравится. То есть и губы нравятся, и вот эти вот волосики Бобби Хайер. Бэйби Хайер, по-моему, Бэйби Хайер, да. И очки, и волосы, то есть вся она мне нравится. И первый, и второй цвет классный, прям девочка. Вот. Вообще они все классные, я бы всех скупила. Говорит, надо быть миллионером. Я не представляю, как некоторые, блин, там, 5 едут уже у меня, 3 доехали, 5 в пути. Это же какие деньги нужны, это где надо работать, чтобы, блин, 5 кукол разом заказывать. Или просто они, наверное, из Америки заказывают, да, сразу же. И там они просто дешевле, получается, в рублях. Я не представляю, как там заказывать. Что попало, пришлют или еще что-то. Я на Wildberries каждый раз трясусь заказывать. Не знаю, я бы там не смогла заказывать. Я не доверяю очень интернету. Я с трудом начала доверять Wildberries, тем более от Империи, где я уже тоже заказывала посылками. Там хоть более-менее нормальные они присылают. Тем более, пришел на Wildberries, посмотрел, понравилось, все, тогда оплачиваешь. То есть мама у меня сразу не оплачивает. Я заказываю через мамину карту. И как бы, да, смотришь, все нормально, глаза там, подводка, все это, одежда. Но вот эти-то мелочи не видно. Вот я тоже Лорел распечатала, и что теперь ее нести? Она уже распечатанная, все там уже голова, если тряслась, то это уже самим исправлять. Это уже не видно. Тем более, вот здесь, видите, она в коробке же прямо, там не посмотришь, там закрыта, вон кофточка ее, или еще что-то там, какие-то царапины, или это не увидишь, то, что внутри. Или под одеждой, вот как у меня нога жженная была, я рассказывала уже на всех почти обзорах, и даже на обзоре этой самой куклы это идет. Амая. Кукла, и у нее там жженая нога. Тоже не посмотришь. Она там и в туфлях, и в носочках. Вот как это проверишь? Еще у нее тоже вот так вот ноги были, крест-накрест. И это уже не проверить. Но ее, благо, не видно, и нормально. Вот. Вот такие вот, да. Всегда распечатаешь, мне кажется, у всех кукол. Какой-нибудь изъян да будет. Поэтому тут уж как попадется, как кукольная лотерея. Вот еще раз ее покажу, во весь рост тоже во втором аутфите. Это Коко Шанель. Вот я же говорю, мне постоянно хочется назвать Коко Шанель, блин. Опять оговорилась. Коко Вандербильт. Кукла Рейнбоу Хай. Третья, подождите, какая серия? А, четвертая, да, пятая же новая, четвертая серия. Вот. Такая вот синенькая сгущенка. Красоточка.